Что-то наша Сарочка опаздывает. В отличие от меня, она очень пунктуальная. Счастливые часов не наблюдаю. А вот и она. Ого! Девочки! Да. Нет. Наконец-то я с вами. У меня для вас новость. Наконец-то! Девчонки, кажется, я влюбилась, и я скоро замуж выхожу. Он сказал, что сегодня он мне сделает сюрприз. Это будет кольцо. Давайте. Поздравляем. Будьте счастливы. Такая пара красивая. Чтобы не сглазить. У тебя новые очки, Натали. Ну-ка, пометь. Как красиво. Вау. Красотка какая. Девочка, как тебе? Да. Что такое? Что это было? С кем это он, девочки? Сарочка, подожди. Ты влюбился в картину, как Бонапарт Жозефину, и это было так мило. Меняли дни на метели, ванили и карамели, мы так друг друга хотели. Но вот настал этот день, и все прошло словно тень. Ты был уже не один. Попали мы в эти сети, но, к сожалению, в сюжете не остается лишь третий. Удачи, мой мальчик, мы с тобой играли в кино. Удачи, мой мальчик, помню и люблю все равно. Набросок к фильму Феллини, увы, не мой ты отныне. Я не скажу до свидания, не получу сострадания, горький урок назидание. Лишь опустеет перрон и удалится вагон, мне будет вряд ли до сна. Но может быть по сюжету герой спешит за билетом. Давай закончим на этом. Мой мальчик, мы с тобой играли в кино. Удачи, мой мальчик, помню и люблю все равно.